что опять я в Москве. Сегодня приглашен на прокач-шоу, которое делает Виктор Шаймин в рамках продвижения Федерации NBC. Разные темы будут сегодня озвучены. Я участвую в теме, посвященной... Я забыл уже первую тему, ладно. Про федерации бодибилдинга. Про разные, про их плюсы, про минусы. Зайдите, посмотрите. Тема, наверное, не самая популярная для обычных любителей фитнеса, которые даже не выступают, с этим не связаны. Те, кто просто любят бодибилдинг, качаются, хотят выглядеть хорошо, либо и хорошо выглядеть, и быть здоровыми. Но кто эту тему хочет узнать, погрузиться поглубже, послушать мнение спортсменов, добро пожаловать на канал. Кстати, канал новый, по-моему, запускают, даже не знаю, как точно будет называться, но уверен, что поиск YouTube вам поможет. Вторая тема будет посвящена допингу, дозировкам, историям первого приема. Кстати, дозировкам первого приема у спортсменов. Но сейчас записывают подводку, назовем ее, с другим совершенно посылом. Сейчас сидели, и, конечно же, эта мысль не нова. Давайте, есть такое правило, что почему бы не скопировать хорошее. Есть мысль сделать подобного формата программу в городе Санкт-Петербург. Если вы считаете, что идея хорошая, во-первых, об этом напишите, а во-вторых, напишите те темы, которые вы хотели бы, чтобы рассмотрелись в рамках передачи. Да, потому что здесь зачастую присутствуют ребята московские, много ребят из Москвы, известных, медийных, опытных, грамотных, гостей приглашают. Но есть и костяк большой, питерский, возможно, кого-то мы сможем приглашать из других городов на передачи, на ряд, который будет снят. Поэтому, если это интересно, что попробовали мы сделать похожий контент, да, в своем стиле, своим видением, с нашими новыми гостями, и, конечно же, гостями, которых мы будем приглашать из Москвы, потому что ряд людей очень хочется видеть, очень хочется слышать, и вы их любите. И, думаю, зачастую даже ради определенных персонажей вы включаете и слушаете там целый часовой бред, который несут не самые одаренные интеллектом, а люди, которых приглашают ради того, чтобы за 2 часа выцепить 10 минут ценнейшей информации от ряда приглашенных людей. Ваши мысли вниз, ваши предложения под темам вниз. Осмотритесь на эту студию, на гостей. Нас уже собирают. Я пошел. Так, ну что, генетики, поздравляю вас с Новым годом. Самое главное, пить из бутылки, а не сидеть на ней, так что имейте в виду. Друзья, я просто желаю вам в следующем году показать свой максимум. Взять от года все, что вы заслуживаете. Что захотите, то и получите. Я вам этого желаю. Всем добра. Что, господа, с Новым годом, с новым, как говорится, счастьем. Поскольку аудитория у канала специфическая, просто пожелания здоровья здесь не прокатят. Поэтому пожелания такие: отрастить вам побольше мышечной массы в нужных местах, согнать ненужную жировую ткань, выступить на соревнованиях, кушать только правильное, хорошее спортивное питание, ну и сопутствующие продукты. С Новым годом, господа! Ну что, друзья мои, по ходу дела совсем скоро наступит Новый год. Зачастую говорят, пусть старый год уйдет, заберет с собой все плохое. Я скажу иначе. Старый год нам уходящий, он не сделал ничего плохого, это было не специально для многих, просто бывают проблемы. Вот я вам пожелаю, чтобы именно ушли проблемы, а время не уходило, чтобы времени у вас было больше. Чтобы у вас было больше времени на родных, больше времени на близких, больше времени на занятия нашим любимым спортом, больше времени на ваши хобби. Я хочу, чтобы у вас было время на себя, чтобы вы себя научились ценить, научились себя любить, беречь ради своих же близких. Пожелаю вам крепкого здоровья, пожелаю вам финансового благополучия, пожелаю вам душевного спокойствия, внутреннего удовлетворения тем, что вы делаете, тем, как вы живете. Пожелаю вам поступков, за которые вам не будет стыдно. Пожелаю вам решений, которые будут верными и принятыми по совести. Пожелаю вам улыбок много и искренних.
Пожелаю вам рядом людей, надежных и верных. Пусть Новый год будет лучше, чем предыдущий, намного. Пусть все сбудется, о чем вы мечтаете, и пусть ваша жизнь изменится кардинально в лучшую сторону. Не только в грядущем году, но и в вашей грядущей жизни. С Новым годом!